Андрей, очередной тур российской суперлиги. Играем с дерби с московским «Спартаком». Твои ожидания? Мои ожидания, конечно же, надо набирать максимальное количество очков. Как все дома играем, свои трибуны, болельщики. Я думаю, придут много болельщиков с нашей стороны. И, конечно же, «Спартак» будет много очень болельщиков поддерживать, так как это «Спартак» связан с большим футболом тоже. Вот, все время поддерживаю «Спартак» болельщики. Что можешь о самой команде «Спартак» сказать? Чем она сильна? Ну, там быстрые игроки есть, молодые, бегут в контратаку. Играют на своей половине, бегут в контратаку. Вот самые основные козыри их. То есть, скорее всего, мы будем играть первым номером? Конечно. То, что у себя на площадке, это во-первых. А во-вторых, команда играет в обороне, мы будем играть первым номером, атаковать. Вы только-только с ребятами из Ирана, с товарищеских матчей молодежной сборной России вернулись. Сильно устали? Ну, конечно, усталость есть, перелет. Разница во времени практически там не было, 30 минут всего. Но я думаю, подойдем к играм в хорошее состояние.